Ассаламу алейкум, курметы курмендер, в эфире новости. На Первом Карагандинском, в студии для вас работает Александр Крылов. У родителей среднеобразовательной школы номер 54 паника. Они утверждают, что после прививки манту дети заболели. За мусор будут штрафовать. Манеж карагандинского цирка утонул. 200 тонн воды превратили в сцену в бассейн. У родителей среднеобразовательной школы номер 54 паника. Они утверждают, что после прививки манту дети заболели, а у одной из учениц выявили туберкулез. Родители во всем обвиняют местных медиков, которые без их ведома провели пробу детям. У дочери Айслу Исаиновой Зумрат медики обнаружили осложнение после пробы манту. Рвота, головные боли и температура появилась, по мнению матери, сразу после прививки. Врачи предупредили родительницу, что у ребенка плюс ко всему есть подозрение на туберкулез. Когда менингит на начальной стадии не подтвердился, мне сказали, что это у нее бактериальный фарингит. И наложился одно на другое. Манту на фарингит. Фарингит дал высокую температуру. Высокая температура одновременно, параллельно начала подниматься вместе с повышающей, нарастающей головной болью. Во-вторых, моего ребенка включили в группу риска. И сказали, любойший сбой иммунитета, малейший срыв иммунитета, любой сбой, стрессовая ситуация, туберкулез начнет расти, палочка Коха начнет работать. То есть, помимо того, что моего ребенка, теперь я не знаю, как ее лечить голову, как реанимировать, это на всю жизнь. Так она теперь на всю жизнь у меня будет еще и под мечом туберкулеза ходить. 9-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мама ребенка Айслу Исаинова возмущена тем, что медики не предупредили ее о вакцинации. Самая главная претензия в том, что сделали манту, не предупредив ни одного родителя, не поставив в известность, не проведя беседы, почему делают внепланово. Почему не поставили в известность? Медики и санврачи нарушили все законы, мыслимые и немыслимые. Законы о прививках, свои законы, свои правила и государственные законы. Но администрация школы уверяет об обратном. Родители детей были уведомлены за 2 дня до прививки. Родители мы предупредили, медсестра предупреждала классного руководителя, классный руководитель всех родителей. В марте у одного ученика этой школы уже был обнаружен туберкулез в открытой форме. Но, как утверждает администрация школы, девочка заболела на каникулах, так что контакта с детьми у нее не было. Заболела девочка в 9 классе туберкулезом, это на каникулах весеннего. В данный момент девочка лежит в больнице. Со 2 апреля 4 четверть началась, а девочка лежала в больнице. Девочка не посещала в это время занятия. Тревожные новости о возможной вспышке туберкулеза поступили в управление здравоохранения. Как говорят медики, осложнений после манту быть не может. Прививку делают даже при таких заболеваниях, как пневмония. Мама в первую очередь, конечно, связывает ухудшение состояния ребенка именно с проведенной пробой манту. Но сама по себе проба манту, она никакую абсолютно отрицательную реакцию на организм ребенка или взрослого не влияет никак. Потому что это не живая, не палочка Коха, которую вводят там подкожно, это просто вытяжка белка. Санэпидемиологи после случившегося провели в школе проверку. Сейчас обследованы все сотрудники и ученики школы. Все взрослые и дети оказались здоровы, но, возможно, обследование потребуется еще кому-то. Жалобы от нее поступали во время каникул весенних этого года. Кашель, все другая симптоматика, все подтверждалось. Было проведено дополнительное обследование и было выявлено, действительно, у нее открытая форма туберкулеза. В настоящее время проводится плановая пробы манту. Айслу Исаинова обратилась в Генпрокуратуру, финансовую полицию, министру здравоохранения с просьбой провести расследование. Марал Тукенова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. За мусор будут штрафовать. Теперь к ответственности привлекают не только недобросовестных горожан, бросающих мусор мимо урны, но и компании, которые отвечают за уборку своих территорий, но с обязанностями не справляются. По результатам проверки санэпидемиологов, за груды мусора ряд компаний выплатят штраф. Эта теплотрасса проходит вдоль проспекта Республики. Принадлежит она ТОО «Теплотранзит». А кому принадлежит вот этот мусор, неизвестно. Однако убирать его обязана компания «Теплотранзит». Но, как видно, исполнять свои обязанности они не торопятся. Санитарные службы района имени Казбек-Би уже зафиксировали данный факт. Теперь «Теплотранзиту» грозит штраф, так же, как и ряду других компаний.
Среди этих объектов, можно даже сказать, объекты такие, как сегодня вот смотрим, то Теплотранзит, то Горкомтранс, то Тавис, своевременно не выполняют свои работы. Санитарная служба по поводу этого момента неоднократно было письменно уведомлено. Были эти объекты письменные, были направленные информации, но несмотря на это, ни план мероприятия по ТОО «Тавису» не предоставлено наш адрес, в связи с чем мы открыли внеплановые проверки на эти подконтрольные объекты и начали меры административного воздействия. А это уже один из дворов в центре города. Здесь, судя по скоплению мусора, не убирались еще с прошлого года. Можно убирать ТОО «Теплотранзит» Караганда. А внутридворовую территорию обязан убирать ТОО «Тавис». ТОО «Тавис» – компания, ответственная за уборку внутридворовых территорий района имени Казбек-Би. Своевременно свою работу они не выполняют. Как-то не печально, такой двор не единственный в Караганде. А ведь мусорные свалки посреди двора могут стать очагом инфекций. При таких фактах, где имеются факты несвоевременной уборки территории, санитарная служба будет применены меры административного воздействия в виде штрафа. И дальше будет продолжаться работа, будет услеживаться по результатам, если в дальнейшем также будет продолжаться, будут приниматься и другие меры административного воздействия. Это не последняя проверка санитарной службы Казбекбийского района. Потому компаниям, ответственным за очистку своих территорий, стоит потрудиться, чтобы не пришлось выкладывать штрафные суммы денег. А горожане должны проявить сознательность, ведь жить в чистом городе куда приятнее. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Возможность получить ответы на любые юридические вопросы представилась студентам одной из академий нашего города. Департамент юстиции проводит акцию по ликвидации правовой безграмотности. Мероприятие организовано во исполнение комплексного плана мероприятий по повышению уровня правовой культуры граждан. Основная задача – это масштабное оказание правовой помощи и проведение консультативной работы. Эта акция проводится повсеместно по всей нашей области и по всей даже республике, так как это задание повсеместно для всех органов юстиции. Такая акция охватывает сразу несколько учреждений и будет проходить в несколько дней. Так как населения у нас много, консультация нужна повсеместно. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сегодня Counterpart International совместно с ЭКО-центром в городе Караганды провели круглый стол. На нем были обсуждены вопросы улучшения системы государственного социального заказа. На данном заседании приняли участие представители отдела внутренней политики, представители общественных организаций инвалидов. Основным вопросом для них была практика работы государственно-социального заказа. Вот с 5-го года, в принципе, закон модернизируется, совершенствуется, вносятся различные поправки. Но, тем не менее, в принципе, закон, вот как вот отмечали многие участники нашего сегодняшнего круглого стола, закон требует, конечно, совершенствования, улучшения в определенных, как бы так, аспектах, да. По словам организаторов, цель данного мероприятия – обсуждение вопросов, связанных с формированием и практической реализацией государственного социального заказа. Также выработка предложений для министерств и местных исполнительных органов власти по улучшению механизмов реализации государственного социального заказа. Что мы получили и что мы не получили? Ну, во-первых, уполномоченный орган. Вы все знаете, что мы этот уполномоченный орган получили, то есть это на республиканском уровне Министерства культуры и информации, на региональном это управление внутренней политики. Мы также хотели, чтобы был некий мониторинг. И не только мониторинг, связанный с тем, чтобы собирать информацию о том, как прошел этот социальный заказ, но первое – это на соответствие самих лотов, тематик, тем ожиданий. Как отметили организаторы мероприятия, при реализации проектов, а также при участии в конкурсе возникает множество различных проблем. В связи с этим обсуждались вопросы о механизмах формирования лотов и процедуры отбора участников конкурса, механизм распространения информации о предстоящих конкурсах и прочие аспекты практики реализации государственно-социального заказа. На сегодняшнее заседание были вынесены основные вопросы, начиная, в общем-то, с самого первого этапа, вот с этапа распространения информации, то есть каким образом вообще государство распространяет информацию о том, какие лоты будут выставляться, какие темы интересуют государство вообще, какие проекты оно собирается поддерживать, каким образом эта информация вообще доставляется, потому что, в принципе, понятно, да, что те организации, которые располагаются в крупных городах, да, так сказать, вот, ну, в том числе и в Караганде, например, они, в общем, могут получать эту информацию. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
А мы продолжаем. Ставшая уже постоянной практика психоаналитиков за рубежом для нас пока в новинку. Тем не менее, и эта наука у нас развивается. С приглашением в наш город приехала директор Института психоанализа Центральной Азии. Анна Кудьярова приехала, дабы провести обучающий семинар по психоанализу. Как выяснилось, лечение психики человека помогает не только в разрешении бытовых проблем, но и в более серьезных ситуациях. Психоанализ помогает решать и очень, казалось бы, так, соматические проблемы. Например, проблемы бесплодия. Конечно, надо сходить сначала к медикам, гинекологам, но очень часто в Алмате, например, гинекологи отправляют женщин ко мне и пишут психологическое бесплодие. Например, психоанализ и психоаналитическое лечение помогает даже в лечении опухолей. Потому что опухоль, как мы предполагаем, наша гипотеза такая, это обида. Этот человек опухает от обиды, не прорабатывает обиду. И эта обида, например, так жжет душу. А физическое воплощение души, скажем, это желудок. Очень распространенное явление язва желудка, который очень часто переходит в рак желудка. А ведь это можно словом тоже остановить. Этот тренинг проходил 3 дня, и назывался он «Как управлять конфликтами». Причем какого рода конфликт значения не имело. Выход из любого положения всегда можно найти. И это должен знать каждый. Как утверждает психолог, безвыходных ситуаций нет. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла церемония награждения победителей 5-го городского конкурса творчества «Жаншуага» среди детей и молодежи с ограниченными возможностями. Мероприятие организовало общественное объединение «Центр помощи детям и инвалидам. Лучик надежды». Продолжит Анна Ишалкарбек. Фестиваль творчества «Жаншуага» проводится уже не первый раз. В конкурсе приняли участие дети и молодежь с ограниченными возможностями, обучающиеся в общеобразовательных школах, посещающие центры реабилитации. 5 лет назад родилась идея, чтобы они смогли выразить через творчество свои возможности, потому что именно творчество дает возможность открыться и сказать, что они такие же, как и мы с вами, говорят организаторы фестиваля. С помощью наших друзей, это вот драматический театр, нам дал возможность провести здесь закрытие фестиваля. А все остальное, что мы могли сделать, это с привлечением наших друзей, которые в течение 5 лет нам тоже помогали проводить такие конкурсы. Но тем не менее, у нас в этом году первый раз номинация деток от 5-6 лет. И, наверное, вот почувствовать то вдохновение, ту радость общения с публикой, выйдя на сцену и получив из рук людей государственных структур приз, наверное, останется в их маленьких, этих еще детских сердцах надолго, и они еще больше захотят участвовать в конкурсах. Церемония награждения сопровождалась интересными музыкальными и танцевальными номерами, исполняемыми детьми. Но, к сожалению, в этом году конкурс не был поддержан отделом внутренней политики. Между тем, организаторы считают, что именно в таких конкурсах должны присутствовать не только педагоги и родители, но и представители государственных структур. А на фестиваль пришли только сотрудники отдела занятости и социальных программ. Наверное, может быть, связано с делами, подготовкой к 9 мая. Но все равно можно найти из числа специалистов, которые могли бы поприсутствовать на таких мероприятиях, и потом донести до своего руководства те идеи и те мысли, с которыми приходят вот сюда наши участники, чтобы раскрыться и показать, что они действительно люди творческого характера и творческих направлений. Конкурс творчества подразумевает декоративно-прикладное, а также изобразительное искусство. Выставку работ участников можно было увидеть в фойе театра. Все работы сделаны руками детей, воспитанников детских домов, детей-инвалидов, которые живут в семьях. 9-летний Руслан Жалаев в конкурсе участвует впервые и предоставил целых 3 работы, 2 из которых относятся к прикладному искусству. Декоративный глобус под названием «Мы дети, твоя земля» ребенок сделал с глубоким смыслом. Сама основа глобуса – это воздушный шарик. Потом это нитки голубые, вата, вот все континенты, и ее разукрасили. Это просто рисунки. Это дружба народов, и что все народы должны беречь землю. Но больше всего Руслану нравится рисовать. В принципе, работу просили про Казахстан, а так я юрту и такое рисовать не умею, поэтому Казахскую степь я просто нарисовал, как сейчас весна.
Руслан обучает преподавателей Карагандинской областной школы-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. На самом деле диагноз сложный, говорит его мама. Все началось после неудачной прививки. Врачи сразу же стали предпринимать меры. Но стоять самостоятельно он так и не смог. Тем не менее, мама Руслана не отчаивается и считает, что именно подобные конкурсы поддерживают надежду на излечение. Ведь не каждый ребенок соглашается участвовать в таких конкурсах, поскольку привыкли сидеть дома в домашнем кругу общения. Последствия иглоукалывания, можно сказать, что после курса иглоукалывания он перестал у нас стоять. Ну, наверное, самое главное не это. Сейчас медицина развивается вперед, где-то не терять надежду. Организация «Лучик надежды» как раз-таки нас и пригласили участвовать в этом конкурсе. И, наверное, самое главное, что когда такое с тобой случается, что есть люди, которые об этом помнят, потому что в основном всегда нам кажется, что с нами такого подобного никогда не случится. И то, что есть такие люди или такие организации, которые помогают все-таки помнить о том, что ты живешь, не безразличны к тебе, твоим способностям, пониманием, вниманием оказывают. Спасибо таким организациям, спасибо таким людям, которые есть, которые, в принципе, даже уговаривают участвовать в этих конкурсах. Как и все участники-призеры, Руслан был награжден дипломом и памятным подарком. Работники Центра помощи детям-инвалидам «Лучик надежды» надеются, что конкурс надолго останется в памяти детей. Но впереди их ждет фестиваль творчества и спорта, который традиционно проводится в этом году уже 8-й раз. По итогам прошлогоднего фестиваля скоро дети поедут в Болгарию на участие в международном фестивале «Болгарская роза». Это тоже один из немаловажных моментов, где ясно выражается поддержка. Ведь это дает импульс жить полноправной жизнью в мире с собой и обществом. Анель Шалкарбек, Кайрат Ршитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Манеж Карагандинского цирка утонул. 200 тонн воды превратили сцену в бассейн. В эти дни наш город посетил с гастролями московский цирк на воде. Лазерное шоу вкупе с водными номерами – уникальное мероприятие не только для СНГ, но и для всего мира. Теперь насладиться этим зрелищем могут и жители нашего города. Лазерная феерия превращается в феерию воды фантастических и мифических персонажей. Они летают, плавают, ныряют. В брызгах разноцветного дождя и в струях фонтанов, казалось бы, обычные цирковые трюки превращаются в волшебное шоу. Этот цирк, да, отличается. Во-первых, он взорвал сразу же всех. Мы ходили на прошлый цирк, это было месяц назад. У нас не было никаких впечатлений. Здесь дети радуются, смеются. Все здорово, интересно, хорошо. Мы очень рады. Особенно завораживающе выглядит номер в воде дрессировщика с 2-метровым крокодилом и питонами. Как говорят организаторы, специально для этого номера французские ученые разработали оборудование, позволяющее имитировать химический состав воды реки Ниль. Программа авторская Яны Шевченко, с успехом гастролирующая по Европе. Были на гастролях и в Венгрии, и в Румынии, и в Германии, в Чехии, Словакии. Везде с успехом проходили, и ни один зритель не остался равнодушным. Так же, как дети, так же и взрослые. Из животных зрители также увидят номера с морскими львами, кошками, голубями и уткой, которую будет гипнотизировать клоун. Истории цирка давно известны, примеры постановок, представлений с использованием водного пространства. Новый этап развития цирка на воде открыла Яна Шевченко, создав в 1998 году новый коллектив «Цирк на воде». Яркое и веселое представление. Все артисты цирка, а это более 60 человек, в прошлом профессиональные спортсмены – пловцы, акробаты и гимнасты. В Караганде московские артисты будут работать с 1 по 20 мая. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Праздник единства народов Казахстана оказался богатым на спортивные события. И тут виноваты не только легкоатлеты или футболисты. Свою лепту внесли госслужащие, которые устроили свою небольшую олимпиаду.
Проведение мероприятия было обусловлено не только праздником 1 мая, но и посланием президента народу Казахстана. Все участники должны были соревноваться в 7 видах спорта. Есть там и народные игры, такие как Тогоз-Кумалак, так и общеизвестные волейбол, футбол, плавание, президентское многоборье и другие. Госслужащие были разбиты по 4 зонам. Победители из каждой группы собрались в одной и уже далее проводились финалы. Сказать, что организуются группы здоровья, организуются по видам спорта свои секции, которые приходят и играют. Ну, я могу сказать, что даже в прошлом году наша команда выехала туда на соревнования, в общем, всесоюзные, республиканские. По футболу мы были третьи. Это чисто люди, которые работают непосредственно в системе госслужбы нашей области. Это мероприятие имеет право называться Олимпиадой по нескольким причинам. Первое – это состав спортсменов, которые прибыли со всей области, а именно Балхаш, Темиртау, Сакаровка, а также аппарат Акима Карагандинской области. И второе – это график проведения. Соревнования, как и полагается, проводятся раз в 4 года. Александр Крылов, Дмитрий Оборк, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский. На этой спортивной ноте наши новости подошли к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сабом уздар.